Но! Yeah.
not. Здравствуйте, мастер. Я по поводу белой дамы. О, я уж надеяться перестала. Только это мое объявление висит, все выгорело. И все-таки я его разобрал. Но все равно мне нужно знать больше. Так спрашивайте. На поля все равно выходить боязно. Того и гляди. Закончишь, как Мирка и его банда. Значит, белая дама появляется на полях? Да. Тут сразу, за хатой. У старой башни. Люди говорят, там она и поселилась. А что за Мирка? Были тут такие четверо. Лодыри и пропойцы. Осушили пару кружек и удумали, что если вместе белую даму отмеют, то она и уберется отсюда. Романтики. Да уж. Только белая дама, видать, их ухаживание отвергла. Так они в поле и лежат. Люди их хоронить боятся. Ну так как? Избавите вы нас от нее. Сперва поговорим о награде. А дама не волк, в лес не убежит. Слишком много. Ну, пусть так. Столько я еще смогу вам докинуть. Я этим займусь. И с большим успехом, чем отважный Мирко. Ну, пошла. Что-то увидел перед смертью. Здорово испугался. Крепкие профессионалы.
Тело высушено, следы ожогов. Работа полуденницы. Кожа бледная, но кровопотери не было. Значит, не вампир. Должно быть 4 тела. Следы глубокие и неровные. Кто-то убегал в панике, не разбирая дороги. Надо осмотреть башню. Следы крови ведут в погреб. Гули стянули тело вниз, но убивали не они. Кожа, неестественно, бледная, растрескавшаяся. Судя по всему, это полуденница. Она меня избегает, но ей придется показаться, если я возьму принадлежавшую ей Здравствуйте, мастер. Похоже, это ваша белая дама-полуденница. Значит, о боги, бедная Люся. Это Люся замуж собиралась, так? Да. Родители пообещали ее кузнецу из города. Состоятельный он был, это правда. Да только старше, чем эльфские руины. Люся прямо из-под венца в эти поля сбежала и перерезала себе вены серебряным ножичком, который ей подарили на обручение. Подождите-ка, я вам покажу. Родители Люси не продать его, ни в могилу положить не решились. Попросили, чтобы я у себя сохранила.
Мне нужны какие-нибудь личные вещи Люси, чтобы выманить ее и изгнать. Так что стилет как раз бы пригодился. Возьмите. Только убейте Люсю так, чтобы она уж больше не страдала. Отдохни. Потемках видишь, силы тоже не обижен. Горняки бесконечно. Нос накатывает. Разве что башкой за свод цепляться будешь. Отойди. Блин, извини. Куда? Извини. Вали отсюда, лень. Че? Гепки, прячься. Ведьма ведет. Держите меня, а то меня сейчас удар хватит. Говорят, очередной болван в замурженной лесе. Поджечь призывал. Ой, поджечь растение. Здравствуйте, мастер. Все разрешилось. Можете возвращаться на поля. Спасибо. Вот ваши деньги. И пусть вам в жизни посчастливится. Ты не выглядишь так. Меня наказали твой невесткой. Кто? Болван! Сегодня снова половина людей не пришла на работу. Здравствуйте, мастер-ведьмак. Я видел объявление. Допустим, я заинтересовался. Вот и прекрасно. Чудно. Я Брян Хоч. И это я повесил объявление. Мне нужно как можно больше подробностей. Разумеется, разумеется. Что же, в результате не самых счастливых для меня событий я вступил во владение полосой леса под вырубку.
Это здесь, прямо под Новиградом. Вдали от больших дорог, зато близко к порту. Оставалось только нанять дровосеков и сосчитать деньги. Меня интересует чудовище, а не твои дела. Ну так ведь все же связано. Я нанял нескольких краснолюдов, а те стали говорить, мол, в лесу призрак. Я решил, что они работать не хотят. Но как-то они ушли в лес и вернулся только один. Говорит, какое-то лесное лихо на них напало. Поговорим о плате. Ты предлагаешь слишком мало. Ладно. Настолько я еще согласен. Я возьмусь за работу. И где тот выживший? Должно быть, шатается тут где-то. Последний раз, когда я его видел, он пропивал заработанное. Сказал, хочет почтить смерть товарищей. А что, путя, дождь седая? Милый, а что у тебя такие седые? Не путайся тут. Здравствуй, путник. Ёбнешь рюмочку за упокой моих умерших приятелей? Так их, сука, раскатала. А я ведь не знаю, что это было. Не знаю, кого проклинать. Я говорил с неким Брианом Ходчем. Он рассказал о смерти твоих товарищей. Сколько же мы толдычили этому херу, что в лесу что-то завелось. А он не верил. Он нанял меня выследить лесное чудище, которое напало на дровосеков. Да? В таком случае беру свои слова обратно. Хороший он мужик, хоть и кротышка. Что ты помнишь о нападении? Возвращаемся мы из лесу. Каждый нагружен дровами, как старый мелин. А тут что-то, сука, как завоет. Вроде как матерый волчара. Мы руки в ноги, а у телеги колесо заклинило. Магнус Рихтер говорит, чтобы я бежал в хату за арбалетами. Ну так я и бегу. Возвращаюсь я, значит, в лес. А там, сука, истинная мясорубка. Я даже не понял, кто где лежит. Спасибо, ты мне очень помог. Завали эту нечисть. Но! Хата лесорубов Ходча. Теперь надо найти, где они погибли.
колеи глубокие. Должно быть, тут телега лесорубов остановилась. Потом они поехали здесь, наверное, к своей вырубке. Краснолюдов и что-то большое. Раненый бежал туда, потерял много крови. Когтями процарапал скалу. Похоже, он был очень зол и очень силен. У краснолюда была глубокая рана на спине, он умер от потери крови. Один краснолюд пошел сюда. Торни придавили краснолюда к земле так, что он задохнулся. Все указывает на лешего. Молодая особь. Должно быть, он в этом лесу недавно. Надо найти его тотем. Вороны служат лешим. Тотем должен быть где-то рядом. Это не птица лешего. След неверный. Обычные вороны, не следа тотема. А вот и тотем лешего. Как только я его уничтожу, он за ним выйдет из норы.